Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрай 1987, с вами Неф. Мы продолжаем опять же прохождение Black Mesa, ремейка первой халвы. Ну и тут немножко хотел рассказать, опять у меня тут все слетело, что-то я вообще не знаю, с халвой у меня какие-то проблемы реально, ребят. Видать, она так и не хочет, чтобы я проходил. Слетает, и мне пришлось опять... Сохранение-то все у меня опять туда удалились. Я начинаю со следующей главы. Как раз этот я где был, когда вот я всех завалил там, к воротам подходил, как раз после этих ворот, и начинается следующая глава. Самое что интересное. Я просто решил проходить и убедился вот так вот. Что? Вот так все получается. Давайте. Так, где там? Вот. Вот здесь, по ходу дела. Да, вот это мы все прошли, как раз всю эту скальную местность. Теперь здесь. Надеюсь, у меня больше не будет выхода. Значит, осталось две главы. Мне две главы еще, ребят, пройти. Блин, я закрёбываюсь уже проходить их. Что-то долгие тут главы. Какая-то долгая игра. Раньше я всегда думал, что халва это... быстро, не такая уж долгая игра. Ну, конечно, я не проходил первую часть, поэтому я не знаю. Но ребята, когда ее проходили, видел в клубаках, что-то за несколько дней там проходил кто-то. Ходил. Два дня как бы ходил, полностью игру проходил. Ну, видать, там человек уже знающий, знал, куда что бежать. В отличие от меня, который везде ныкается, рыскает и все тому подобное. Ну, ничего, думаю, у нас все получится. Вот, сейчас покажу, где мы были. Вот, мы как раз вот перед этой дверью были, перед теми воротами. Вот. Так. Ну и пойдемте. О, что-то подлагивает. Опять сейчас что-то тут будет. О, как лагает, лагает. Ой. Что это за нахер? Ой, ёпс, туды. Вот так вот. Нихерово. Так. Походу дела надо быстро пробежать. О. Раз, два, три, поехали. Пульс. Есть. Охренеть. Нихера себе, надо сейвиться. Хочу посмотреть, что там может что-нибудь. Можно порыть тут что-нибудь. Что полезное было. А, это типа вообще не похоже на текстуры, да? Это просто как нарисовано. Я хожу насквозь. Сквозь камни. Отлично. Пардон. Что-то оно чешется. Не к добру это. Хотя, так недавно погулял. Че это за нахер? Not only are we way behind enemy lines, we just missed the last flight out of here. I sure hope you brought some backup point, Dexter, because we're gonna need it. Да где? Я сам есть подмога, наверное. Let's get the hell out of here. Давай. Ну и куда ты вот с этим? У меня вон что есть. Жужа. Why are we still standing around? Потому что я вообще не знаю, что. Я что-то не хочу это включать. Давай их выключим лучше. Oh, what's that stench? Что за вонь? Молчи давай. Я ничего не делал.
весь мусор хорошо. Может, нам сюда? Блять, куда нам идти-то? Откуда я знаю? Let me get out of your way. Идет он с моей дороги. А, вот куда нам походу. Опять большая открытая местность. Воу-воу-воу-воу. Сломали их, что ли? Они пушки разнесли. Ой, мушки. Понял, короче, так. Бляхнуло. Как он рычит еще? И толк вот. Вообще без толку. Включал эту штуку, она быстро кончилась. Они сломать умудрились моментом. И чувака нашего завалили. Я его труп не вижу нигде. Тут этого труп. Тут этот труп. А где наш-то? О, аптекари нашли. Они разнесли. Они разнесли. Офигеть. Раньше я специально разносил пушки. Стой, ящик. Чего от меня убегает? Чего ящики тут убегать от меня будут? Чего нету? Лифт. Он приедет? Походу дела нет. Никому я нахер тут не нужен. А где, интересно, чувак-то мне так непонятно. Рожа-то у этого. Охренеть. Все скрючило. Писец. Ну и тварь. Что ты такое? Хера тут ракетка лежит. Ох ты ж ёбс туда. Вызвал я жучков себе. Твою мать, а? На меня пузанчики нападают. За что мне тут такое наказание? А с той стороны, блин, что тогда? Что это за херня такая? О, ёпста, да опять эти.
Чего вас так много стало в моей жизни? Вам не кажется, что вас слишком много в моей жизни стало? Чего полезного? Опять все лагает. Опять какая-то открытая местность будет, что ли? Ну что же там было? Ну да, еще их не хватало. Давайте сделаем. Мы сделали бум. О, ракеты. Больше нихера. Я зря этих гадов валил. Всех. И жучков, и паучков, и... Падал, выпустил мелких. Бляха-муха, они так прибьют нахер. Нет, брони уже ничего не осталось. Небольшая местность открытая. Я понял, тебя шмотанерка. Ватрушка гребаная. Что это такое-то? Что это за нахер? Что это за грибы нахер тут? О, бля. Хера она меня подкинула. Ручки, пузанчики у меня теперь есть. У нас появились пузанчики. Да блин! Да блин! Это нас заставляет прыгать. Ну, хоть под хпшились. Не зря сюда сходили. Все же. Бляха, муха. Тут откуда там заныкал? Ватруха, блин. Все тут ныкаются еще везде. Да. Не очень удачная местность.
Если как понял, вообще ничего хорошего мне не судят. Ну, походу, нам туда только. А, чё, в воде-то тут темно. Вот шар выпили. Дали бы хоть прибор ночного видения какой. То я ничего не вижу. Ну ладно, ползем туда. Других вариантов я пока не вижу. Ох ты ж! Есть. Это я прикокошил. Где там эта коза ползает? О. Да тут и не одна еще коза. Грёбаные ватрухи. Пипец, это просто пипец, ребята. Это жесть, а что-то в этой игре творится-то? О, грены, сколько грентов. Три штуки целых. Ну, грены это всегда хорошо. Ты иди нахер вообще отсюда. Ты мне категорически не нравишься. А вот, видать, наверное, туда ведет или туда. Ах, хрен знает, что, откуда, куда. Короче, опять канализация, но без нее вообще никак. В каждой локации есть канализация, как я понял, да? Ведь в каждой локации, куда я не иду, везде канали. Хороший грибочек, как у меня. Жёлтая не поймала. О! Иди сюда, ты камикадзе будешь. Ты пойдешь плавать, учиться. Давай. Бульк. И ватрушка потонула. Ой, еще одна. Ты чё туда попал? Ходила мёртвой. Мне кажется, мне туда надо будет сейчас. Но я хочу посмотреть, что там ещё. Ничего, да? А ты что, ничего не охраняешь, а только здесь болтаешься? Зачем так? Ну, ты мне не нужно. А, кстати, я хотел посмотреть, что будет с пчелками и жужами. Три пчелки на трех. Прикольно. Тупик. Ох ты. Чё, рыба что ли опять? Да. Бляха-муха. Где эта рыба странная еще? А, я убил ее еще. Блин, два раза куснуть умудрилась. Сучара. Ну да, у меня хп-то вообще стало. Эй, возьми как-нибудь чего. Ляха муха, никак не хочет брать. Ходил только с другой стороны, я смогу взять. О-о-о. Все печально. Надо было плавать, надо шаг лезть. Так, тут еще что за нафиг? Куда надо вовремя проплыть?
нет. На. И парни меня убивают. Это все меня убивало. На 19 хп. Все, я труп уже ходячий. Еще и зомбиары. Даже не знаю никуда, блядь, идти мне сейчас. Везде что-то. Пиздец прям. Отлично, броник. Ну, с КП вообще мало, все. Давай еще такую возьмем. Пугался, думал, он опять живает, что это вообще издевательство, да? Это что за нахер? Опять же скиньте рыбу. Так, где долго не находимся? Быстро, быстро, быстро. О! Ну тут не рыба, тут пушка. Ну это кончилась пушка, какое дело. Есть. Фу, ребят, это реально пипец. Это пыщ-пыщ, я ебу прям. Вон трупешники плавают. А вон и то, что я хотел забрать тогда. О, да. Да, 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 детка, да. Shake it, shake it. Чекит, бэйби. Сейчас, куда мы вылезем? Ух ты, мы вышли из бухты. Ах ты, мы вышли из шахты. Так, 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 и где же мы будем? Где же мы будем? Куда мы полезем? Жизнь, боль. Боль без жизни, это... Это Вася пипец. Ну и куда, 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 куда? Где мы? 5 на 5 минут. Так. Что-то я сейчас чувствую, блядь. Путин, что-то я туда не хочу. И к Путину я не хочу. Сталинград.
Так, что я сейчас что-то будет? Ничего не пишу, прицела нет, кажется. Thank you.
что мне двоим тут устраивать, блядь. И так мне тут жить уже невозможно, блин. Так эти еще войны мне тут наделали, блядь. Хуево, блин. Подзовут, творожки подзовут мне, блядь. Сука. Где еще похуй, блядь, иди сюда, сука. Он еще не подлежит. На тебе хэдшот, блядь, ебаная тварь. А, вот сюда вот, сука, бежать, вот сюда всех пали. Тоже знал, сколько я одного перепутал. Это пипец вот. О, я же хотел взять еще патроны этих для патронников. Вот. Больше мне нечего взять. Печально. Броника больше нет. Так, броника 19 штучек осталось. Броника моего сраного. Что-нибудь есть, блядь, здесь ни хера нет. Ни хера ничего нет, блядь. Ну как жить? Стойте, кандалы, полная пачка. Ну так вот, пузанчики тебя сожрали, блин. Хорошо. Бляха, мол. Так, тут какая-нибудь херня сейчас будет, да? Вот это херня. Че, аптечек-то так много, мне броник дали, мне лучше. Заявлюсь. Дайте что-нибудь полезное. Блин, бомбы дают, гранаты. Броник дайте. Херы. Хезаные. Жопошники, сука. Пардон, за мат, но у меня просто уже тут не хватает других слов, потом, блин, это нереально тут выживать, вы сами видите это. Бегаешь, блин. Хезаные, блин, куда мы опять поехали? Да, нас опять. Куда? Еще ниже, блядь. Только из лаборатории всех нахер выбирались, блядь. Теперь опять, сука, в лаборатории. Да что за дрянь-то, а? Привет, блядь. Да, еще пизжи. Все, все, все. Нахер. Да пипец этот, вы видите, это просто... Тут... Че, по бочкам что ли мне скакать? Вау, 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 вау. Там не наверх, или туда можно еще сползать? Тут что-нибудь есть полезное? Хера тут ничего нет. Пусть это радиация, да. Сколько же у вас? Блять, сколько?
сколько у вас гондонов таких будет тут? Сука. Пойдем наверх сползаем, что-то может там что-то было полезное. Я приперся к этим идиотам сразу же. О, кусочек небольшой полезный был. Жалко, что кусочек только. Да куда ты где-то лезешь? Да. Валите там, нахер. Короче, пока не лезу туда. Нахер иди отсюда. А вы так там к нему бьете. Оп, его надо. Это не берет. Писька, Санта, писька. Пыпыску. Прошу пыпыску. Так вот всех уделал нахер. Что это за... Ой. Бумсы, бумсы, только падаем, падаем, падаем. Так, дайте что-нибудь хорошее, дайте что-нибудь хорошее, хорошее дайте. Бляхмуха. Вот, блин, этого мне хватает. О, растяжки. Это что за звуки был? Тоже слышали это? Что это за звук такой нахер? Я понял. Хера, что полезного нет? Отзыв охраны. Пускай охрана, да, отзывайте ее. Полезные, полезные, полезные. Ой, какая прелесть. Грибочки мои любимые. Хоть сразу, что грибочки были. Здесь не спуститься. Нет, все придется через ту пушенцу идти. Других путей я тут не вижу. Сейчас мы как нее зарядим пушенцу. А где ракеты все? Там же ракеты где-то лежали. Ого. Одна ракета, да? Шикарно. Да. А вон ракета еще. И надо попробовать утихомирить эту пушку. Thank you.
охранник умирает. Гребаный охранник. Понаставят у всяких сосурить. Надо аптеку где-нибудь взять еще. Аптеку, аптеку, аптеку. Аптечку, аптечку, аптечку. Где-то я помню, здесь я ее видел ее. Подлагивает. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где будем только мы вдвоем, где будем только ты и я. Ух, фигня, фигня, фигня. Пам-пам-парам, парам-пам-парам. Вот на это лямбда. Ходил, мы как раз главу, мне кажется, и прошли. Давайте я сохранюсь на этом месте. Да. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefrite1987. С вами был Нев. Не забываем ставить люба, оставлять ваши комментарии. Ну и, конечно, тем, кто не подписался и смотрит это видео, подписывайтесь. Мне это от этого как-то приятно, то, что у меня чем больше подписчиков, тем мне лучше. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.